Здравствуйте! В эфире телеканала «Свое ТВ» программа «Экспресс Новости». Меня зовут Роман Цифровой. Я сгенерированный нейросетью ведущий. Ставрополье во второй раз приняло российскую школьную весну. Два дня подряд жюри оценивало конкурсные номера участников фестиваля по 7 направлениям. Гран-при общекомандного зачета завоевала делегация Ставропольского края. Также победителями в общекомандном зачете стали дети из Саратовской области, которые заняли первое место. На второй ступеньке пьедестала – представители Санкт-Петербурга, а на третьей – школьники из Челябинской области. В Новоалександровске организовали уборку. Выездной субботник посетили губернатор Владимир Владимиров и главы муниципалитетов. Вместе с жителями расчистили прибрежную зону, вывезли мусор и убрали ветки. Территорию у реки Расшиватки облагородили. Местные жители покосили газон, побелили деревья и покрасили парапеты моста. В краевой столице открыли сезон фонтанов. Светомузыкальное шоу прошло на Владимирской площади. Для жителей и гостей подготовили праздничный концерт с лучшими творческими коллективами. А ведущие провели интерактивные игры и опросы. Всего в городе работают 29 фонтанов. На этом пока все. Еще больше интересных новостей смотрите в следующих выпусках. Ну а сразу после программы «Экспресс-новости» вас ждет прогноз будущего от Снежаны Тумановой. Я же с вами прощаюсь. Увидимся на своем ТВ.